Для ликвидации последствий ливней на объектах ЖКХ и в многоквартирных домах муниципалитета было привлечено более 450 сотрудников управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Задействовано свыше 350 единиц специализированной техники. В ходе работ удалось ликвидировать подтопление в подвалах 145 многоквартирных домов и протечки 44 кровель. Проводилась ревизия водостоков, осмотр подвальных помещений, откачка воды с придомовых территорий. К ликвидации последствий привлекались аварийно-ремонтные бригады, дежурный персонал и подрядные организации.